Северный молл – точка сбора. Еще несколько минут, и колонна двинется. Вместе с выпускниками волнуются их родители. Хотя эти переживания приятные. Последние школьные испытания позади, а вот эмоции и воспоминания еще свежи. По словам уже бывших школьников, самые первые серьезные экзамены в их жизни уж точно никогда не забудутся. Я русский язык лечения писала прямо в чистовик, у меня это было одно сложное предложение. Я когда выходила, я вот такая вся дрожащая, это был просто ужас. Я прихожу с классной руководителем и говорю: «Наталья Михайловна, это ужас, я русский завалила». И потом, когда я посмотрела 100 баллов, это был просто шок для меня, конечно же. Участники одного из самых грандиозных в городе шествий. Больше 1700 выпускников школ из всех районов Большого Сочи. Из них 12 медалисты, 176 ребят сдали единые госэкзамены на отлично. У ротонды выпускников приветствую специальный гость вечера. Николай Дроздов и глава Сочи Анатолий Пахомов. Естественно, что наши сочинские выпускники, наверное, разлетятся по всей нашей большой стране. Россия. Вот, они будут пробовать получить высшее образование, найти себя. И я, конечно, очень рад, что сочинские наши выпускники действительно люди творческие, креативные, люди, которые работоспособные. И мне хочется только пожелать им удачи, счастья, здоровья. Молодые люди в строгих костюмах, девушки в нарядах а-ля Татьяна Ларина и вальс прямо посреди улицы. Такое каждый день не увидишь. Этот танцевальный флешмоб – подарок от вчерашних школьников всему городу. После небольшой музыкальной паузы в стиле 19 века колонна движется дальше. Шествие выпускников стало традицией несколько лет назад. Для города события, повторяющиеся ежегодно, а для ребят – единственное в жизни. Это очень знаменательный день для меня. Я закончил школу, получил аттестат. Теперь новый этап жизни начинается. Я пойду дальше, поступлю в институт. Для меня это гордость быть выпускником именно 11 класса, так как это нелегко, это нервы, это ЕГЭ, это стрессы, бессонные ночи. Но все равно все самое худшее позади, все самое лучшее только впереди. Я чувствую себя немного волнительно. Вместе с тем я ощущаю единство со своими одноклассниками, потому что мы вместе выпускаемся из школы и отправляемся просто в дальнее плавание. Я надеюсь, что действительно всем будет сопутствовать удача на их пути. Конечная точка шествия – концертный зал фестивальный. Настоящий бал начался уже здесь. Еще раз все вместе, еще раз пожелания друг другу перед тем, как разойтись, разъехаться по разным городам и вузам, перед тем, как начнется совсем другая взрослая жизнь. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.